В Самаре в новом учебном году откроется новый казачий кадетский корпус. Уникальное образовательное учреждение будет организовано на базе 6-й школы-интерната. Сейчас там уже работает 7 специальных классов, и больше половины воспитанников носят форму и учатся обращаться с оружием. Обычная сказка для необычных школьников. В зале дети в форме. 7 спецклассов. С 5 по 11 в самарской школе-интернате номер 6 170 воспитанников учатся по особой программе. Здесь много чему учат. Здесь учат фланкировать, работать с оружием, с шашками. Скоро будут учить на лошадях правильно ездить. Здесь как бы более мужественнее становишься. Кадетские классы здесь появились по инициативе митрополита. Шефство над интернатом взяло казачество. Дети возрастают, приятно смотреть, и лица их, если вы бывали на концертах, такие светлые, одухотворенные. Просто это труды наших воспитателей и наших священников. Впитав наши традиции, нашу историю, культуру, ребята становятся совершенно иными, да, и, конечно же, это необходимо нашей стране и нашей области. А чтобы родину любить, учились в комфортных условиях, в здании, которому больше полувека, планируют сделать капитальный ремонт. А новый учебный год образовательное учреждение начнет уже в новом статусе. После решения некоторых юридических вопросов здесь откроется полноценный казачий корпус. Согласие родителей получено, педагоги понимают. Образовательная программа очень интересна. Она сочетает в себе и образование, хорошую физическую подготовку, и мощные духовные основания. Анастасия Субботина, Егор Майоров, «Новости губернии».